возникает эта возможность борьбы с миром, противодействия. И вот это противодействие может пройти или по пути, что можно в себе вырастить, мизантропию, все люди идиоты, все, значит, плохие, все плохое, мир чудовищен, и дальше находиться в состоянии внутренней такой славы и внутреннего же несчастья. Или есть путь, когда вы сначала бросаете этот вызов, а потом начинаете пытаться понять, что происходит.